Доброго времени суток, кто зашел в гости. Варю себе супчик, очень простой и быстрый. Стоят почки, почки покупала вчера, видео загрузила. Говорю, не очень сладко и гладко, так как ринофарингит достал меня. В кипящую воду отправлю фасоль. Фасоль молодая, была замочена с вечера. То есть это я уже она такая набухшая. Дальше добавляю овощи. Добавляю сырые, быстро все варю, но можно делать зажарку по желанию трудящихся. Как вам больше нравится, сырыми варить или зажарку? Две морковки, одна рыженькая, одна желтенькая. Маленький лук, фенхель, сельдерей. Лук поре в конце добавлю, болгарский перец, чеснок. Часть кинула сразу, часть чуть позже кину. Даю возможность провариться фасоли, хоть она и замоченная, но все равно надо варить. Как фасоль до половины сварится, закину картофель. В конце я поджарю немного почки, буквально 2-3 минуты на сковороде. Нарежу их соломкой и добавлю в суп. Вместе с картошкой добавлю лук-поре и болгарский перец, в конце чесночок. Можно поджарить почки с чесночком, так вкуснее добавить в самом конце. Сухие специи, вегета. Овощи кипят. Бульон можно процедить, чтобы специи там осели. Итак, почки нарезанные, лук-поре, болгарский перец, картошка на готове стоит. Овощи проварились. Процежу бульон, чтобы он более чистый был, и добавлю картошку провариться. По желанию я процедила бульон, оставила фасолю, морковку и добавила картошку. Картошка варится очень быстро. Потом я, когда картошка сварится, добавлю лук-поре, болгарский перец и поджарю почки пару минут. Для себя добавлю вегету. Осенний супчик с потрохами. Есть фасоль, картошка, морковку еще порежу. Паром ударяет. На один раз покушать. Картошка почти сварилась. Добавила кусочек чеснока свежего и с почкой поджарю половинку. Лук-поре и болгарский перец. Солим, перчим. Морковку потом нарежу продольно. Ну, вернее, дольками. Суп почти готов, и сейчас поджарю еще почки. Овощи нарезайте так, как вы хотите, как вы хотите кушать их. Половинка чесночка, и кладу туда почки на буквально 2 минуты. Можно потом нарезать соломкой или оставить большими кусочками. Супчик. Почки поджарились. Можно до золотистой корочки, но тогда они могут пережариться. Вот такой вкусный суп. Остатки. Масло, которое были на сковороде, я смешала с бульоном и долила в тарелку. Быстрый домашний суп. Фасолью можно заменить на какие-то макаронные изделия по желанию. У меня есть еще почки. Я разделила на 3 раза. Там было 370 грамм почек, я вчера брала. На 3 раза, в общем, можно 3 раза пожарить, покушать. Ну вот одни я использовала сегодня. Торт еще не съела, наверное, уберу в морозилку, потому что у меня изжога от сахара. Или от помидор. Но буду делать еще. А этот оставлю на потом. В морозилке не пропадет. Заходите в гости, подписывайтесь, не стесняйтесь. И до новых встреч на моем канале и моих 200 супов.